Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Многие рыболовы замечали, что большинство популярных прикормок включают в себя запах клубники, и на нее отлично отзывается карп и карась. Также у каждого производителя бойлов и различных насадок всегда в ассортименте клубничные ароматы. И это неспроста, ведь этот аромат положительно влияет на привлечение рыбы. Но немногие знают, что и на саму ягоду клубники можно рыбачить. Многие рыбаки рассказывали, что им неоднократно удалось поймать карпа и карася на клубничку, особенно в сезон урожая. И это неудивительно, ведь клубника, помимо привлекающего запаха, также обладает и приятным вкусом. Она богата питательным витаминным составом. Карп и карась отличаются своей большой любовью к ягодным вкусам, о чем есть куча рассказов на форумах в интернете. Но как же насаживать ягоду правильно? Самое трудное в этом процессе – это самому не соблазниться на эту ягоду и не съесть клубнику до рыбалки. А если серьезно, то все очень просто. Мелкую клубнику можно смело насаживать прямо на крючок, а большие ягоды можно разрезать на небольшие кусочки в виде кубиков, которые смогла бы заглотить рыба. Клубнику также можно высушить и использовать как натуральную насадку с бойлом фруктового или ягодного вкуса. А вы пробовали ловить карпа или карася на клубнику? Поделитесь своим опытом в комментариях.